И снова привет, друзья! Продолжаем наше путешествие по локации Dreamwood. И давайте смотреть, что же ждет нас во второй части этого длинного видео, которое пришлось поделить. Если кто-то помнит, кто смотрел, мы остановились на задании от Леонсия, нашего друга-взрывателя. И на этот раз, думаю, тоже он нас чем-то порадует. Нужно взорвать 6 гор. Для этого смастерить взрывчатку, а ее мы будем делать, соответственно, из пороха. Порох собираем по локации. Все, здесь уже открыто. Продолжаем шлепать вот эти шары. Они по 3 появляются периодически, но так, между делом. И находим вот такие вот копилки в разных местах под подарками. Тоже они появляются очень часто. Прячутся за подарки. Еще один мешок с порохом. Все, готово вроде, должно хватить. Смотрим. 420 на 6 как раз нам хватает. Не забываем делать торт с кремом. У каждого друга можно по одному. Взрывчатка. Подорвать. Погнали. И немного, конечно, здесь не доработали. Надо было сделать какую-то задержку, чтобы вот эта вот картинка успела вниз убежать. Нажимаешь, и там уже пол взрыва прошло, пока картинка опустилась. Ну, ничего страшного. Тем не менее, очень даже прилично взрываются такие грибы. Ядовитые в небо улетают, и Леонсий, конечно, отдает нам очередной ключ, и смотрим, где ждет нас следующий друг. Открываем пару кустов, долбим, вернее, часть локации открывается, и вот кто нас встречает. Это наш старый друг профессор. Профессор занимается наукой и всем чем угодно изобретает такие вещи, что от него можно ждать все что угодно. Сейчас мы узнаем, какое задание он нам приготовил. Нужно починить ему молекулярный преобразователь с помощью особого топлива. Топливо, конечно же, раскидано тоже по локации. Не забываем делать вот этот торт. И особое топливо нам нужно собрать. Бочки с этим топливом собираем. Это все сейчас мы быстренько сделаем. Какое-то количество, неизвестно сколько их должно быть, но думаю, если все собрать на открытой территории, должно так же, как и с бомбами, в принципе, хватить на этот молекулярный преобразователь. Подарки и шары продолжают и продолжают появляться и появляться. Это все в конце. Соберем мы еще. Будет небольшой фейерверк еще из подарков. Все, готово, друзья. Он нам отдает очередной ключ. И давайте смотреть, что можно сделать в этом молекулярном преобразователе. Молекулярный раствор мы можем делать, а из него уже питательную смесь. Это новый вид энергетика. Вроде такого еще не было. Из шоколада на 40 энергетики можно делать, но по времени, конечно, все это будет очень и очень долго. Отправляемся дальше. Следующий друг. Это получается у нас уже 7-й, то есть мы понемногу движемся все-таки к завершению нашего путешествия. Задания практически тоже выполнены и с собаками, и с деревьями. Еще немного и получим за них тоже подарки. Находим. Кто же здесь? А здесь торговец, если вы помните, из лабиринтов. Он продавал нам всякие артефакты и предметы в лабиринтах, а теперь вот появился в задании. Собрать сапфиры. 875 штук. Количество вроде бы большое, и с этими сапфирами тут, конечно, мы намучаемся. Пирожок, тортик, вернее, сделаем, а из сапфиров потом в конце уже посмотрим, что кому нужно, и каждый, думаю, выберет себе то, что ему по душе. Здесь вот этот угол, последний кусок локации, оно и до этого, конечно, было не сахар, но огромнейшая локация просто. Энергии ушло сюда немерено. Копилки повлетали у меня все. И здесь, в этом углу, начинается какое-то скопление вот этих 170-х глыб каменных. Так, какие там еще? 120-е. Потом камни на 60. 55-е глыбы. Цветы вот этих огромное тоже количество на 60. Открываешь, открываешь, вроде долбишь, долбишь. Мало очень карта открывается, медленно, а эти сапфиры разбросаны тоже вот везде в этом углу, который нам предстоит еще открывать. Бардак постоянно, очень много ресурсов потом придется вывозить. Периодически собираем эти бочки еще
и плюс к ним ресурсы. Ресурсы, да, керосина понадобилось даже, учитывая то, что локация рядом, все равно керосин летит и летит, очень много раз приходилось сюда ездить. Ну, этот угол меня, честно говоря, убил, добил. Очень это долго все происходило. Вот такие 55-х целые кучи, 120-й, 170-й, ой, ну, натыкали на каждом квадратном сантиметре. Но мы работы не боимся, как говорится, сапфиры нам все-таки нужно все собрать, поэтому долбим и долбим, мозоли на руках, лопаты тупятся. Тем не менее, энергию приходится привозить и привозить, что-то увозим домой, еще долбим сапфиры, открываем карту, еще 170-е вылазят и вылазят. Ох, в конце для них еще понадобится энергии очень и очень много. Красивые деревья вот эти облачные тоже. Все, конечно, сделано прекрасно, но в конце, забегая вперед, ну, можно сказать, небольшое такое разочарование все-таки нам предстоит. Почему? Ну, посмотрите, что в конце будут за призы и подарки. И здесь я не стал особо вырезать, вот оставил этот кусок большого размера, потому что, ну, это вообще какую-то жесть. Здесь напихали этих камней, долбить не передолбить. Уже потом устал я считать эти очки, сколько там нужно энергии, цифры, и просто долбасил этими большими пирогами. Вот так вот, праздничный ключ, но у нас одного не хватает. Задание все равно придется выполнить, ребята. Сапфиры продолжают вылетать и вылетать. Никак у нас эта цифра не наберется. Ну, видно пока еще их. Открываем. Сейчас собака уже скоро, не собака, вернее, дух клондайка. Один уже остается его найти, чтобы получить подарок. И одно всего лишь разноцветное вот это красивое дерево. Вот, все, уже дальше я просто лупил на 50 эти пироги, потому что надоело со страшной силой вот это вот копалово. Огромное количество объектов копаешь, 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 а сапфиры все еще не найдены все. 55-х тоже очень много вот этих глыб белых камней. Открываем еще один квадратик и задание. Так, это у нас какое? А, последнее мы нашли дерево, 10-е разноцветное, вот оно. Но нет у нас зарядов, очень с ними туговато здесь, честно говоря. Ну и ладно, потому что все равно с этих деревьев особо ничего такого приличного там и не сыпется. Ну, что-то, конечно, падает, какие-то ресурсы, аквамарин, там, мука, но это мало, ребята. Мало, ну не мало, недостаточно, скажем так. Еще несколько кустов, камней бьем, чтобы открыть вот этот вот последний квадрат. И там уже за ним тайная комната. Оказывается, мы еще должны попасть в тайную комнату, собрав 7 ключей и открыв последние ворота. Последний рубеж, но до него еще никак мы не можем добраться. Вот, задание. Это уже задание с духом клондайка. Собака, вон она, еще одна показалась. Теперь все дело у нас стоит из-за сапфиров. Несколько последних этих залежей сапфиров почему-то никак не хотели находиться, но все-таки вот это даже, смотрите, клад здесь небольшой, нашли мы одну единичку всего чпокнуть. И 35 всего сапфиров не хватает, но, может быть, кто-то предполагает, что в этом кладе нет, ничего там особо нету, сапфиров-то точно, просто какой-то клад такой непонятный всунули, непонятно с чем тоже. И сейчас, конечно, найдем мы этот последний, вот он, 25, и еще был на 10 сапфир. Собираем. Ура, друзья, неужели это все свершилось? Но это еще не все. Задание у нас последнее остается. Открыть ворота с помощью ключей. Вот что происходит за этими воротами. Тайная комната. Динамит на 250 полетел на склад. И ура, товарищи, вот такой вот торт. Даже можно сказать тортище. В честь дня рождения клондайка и все наши друзья здесь вокруг этого тортика собрались. Все читают стихи, благодарят нас за проделанную работу и желают удачи в будущем. То есть дружба дружбой, а
Все-таки задание нам нужно доделать. И давайте сначала посмотрим, что же это за торт. И вот тут-то, честно говоря, можно было сделать что-то и поинтересней. Крафтовая постройка, да, с какими-то ресурсами в ограниченном количестве. Ну, не думаю, что это какой-то такой прям уж хороший подарок. Могли бы какой-то сделать, например, звездопад из изумрудов или бесконечную энергии какой-то преобразователь на локацию дать. Ну, ребята, с фантазией, честно говоря, у вас что-то не то. Можно попродавать здесь еще какие-то объекты, и локация временная, так что почему бы и нет. Можно попродавать и вот эти шарики или увезти их домой. Их, если бьешь, то сыпется энергия, но в них тяжело попадать. Хотя кликер поставить, он сам их продолбит, энергия сыпется, я уже проверил. Через некоторое время возвращаемся в локацию, немного я здесь подделал, чтобы картинка красиво получилась. И обидно очень, друзья-то все пропали, фотографии у нас не получилось. Не получилось, но мы получаем награду за расчистку. Все, неужели это закончилось? Практически. Все мы выполнили, все расчистили, подарки получили. Заданий больше никаких нет. Остается нам вот эту вот всю гору, можно так сказать, гору подарков собрать. И еще появляются периодически тоже копилки, спрятанные под подарками. Их мы сейчас тоже летим, отправляем, вернее, на склад. И чуть позже вот одно дерево. Ну, посмотрим еще раз, что из него падает. Зарядов этих вечно не хватает. Ну и ладно. Не особо, в принципе, будем мы сюда кататься, наверное, чтобы посмотреть еще раз и за этими деревьями. Подарки не перестают у нас, не кончаются, вернее. Собираем и собираем. Вот такая красота в центре, конечно, здорово получилось. Жаль, что друзья разбежались. Фотографии хорошие не получаются в том куске видео, где они были. Но ничего страшного. Все-таки наше приключение постепенно подходит к концу. Еще копилки мы обнаруживаем. Продолжаем лупить эти шары. Это можно будет делать еще целых 10 дней. Поэтому будем ждать мы новую локацию. Там еще одна часть обновления будет этому празднику посвященная. Конечно, здесь ресурсы улетели. Не ресурсы, энергетики я имею в виду. Улетело здесь очень и очень много-премного. Сейчас чуть позже мы, когда будем дома, посмотрим, какое количество энергетиков выпало из вот этой кучи подарков. Уже совсем немного. И мы их будем несколько раз отвозить домой и выгружать прям пачками эти подарки. Смотреть, как это все будет красиво. Ну, вот столько их собралось. Давайте начнем с больших, и думаю, самая первая выгрузка будет самая зачетная. Набираем, набираем полностью сани, бьем подарками. Подарки, подарки, и погнали домой. Вот это, конечно, ребята, красота. Сыпется, не перестает. Немного скорость здесь всего увеличена, но вы видите, что происходит. И целая куча еще энергетиков. Летят коллекции, летят. Что-то еще летит на склад, и уголь, и руда, эти малахиты. И летим еще раз. Заправляем наши сани, заполняем опять подарками. На два раза почти нам еще их хватит. Очень много собралось. Полетели. Самолет наш еле-еле долетает. Немного вот такое вот залипание опять с восклицательными знаками. Но, тем не менее, картина похожая. Опять огромное количество ресурсов полетело на склад. Ну и еще разок давайте все это дело мы посмотрим. Разбавим подарки, ну, ящиками, из которых сыпется мед. И вот такая картина получается из третьих саней. Вылетает еще одна куча. Что ж, думаю, в принципе, это даже очень интересно. По энергетикам вот так вот все почти у меня скончалось. И печенок этих, чаев и завтраков, вот такие цифры, очень даже неплохо. Очень даже неплохо собралось у нас таких вот из подарков энергетиков.
Теперь остается нам два подарка за расчистку открыть и два подарка за квесты. За духов Клондайка и деревья разноцветные. Ну, про подарки особо говорить здесь нечего. В принципе, довольно-таки прилично сыпется. Вот, какие-то вот эти цветные деревья как раз нам и дали. Давайте долбить еще один подарок, смотреть. Пошли удобрения для деревьев. Ну и все, что нам нужно и необходимо повседневно в Клондайке. Опять же, энергетики в конце. Какой подарок за что, конечно, здесь я уже не помню. Но вот это сердце то ли за собак, то ли за деревья. Неважно, в принципе, открываем. Последний у нас останется, это точно красный подарок за 100% расчистку. И там сейчас мы уже скоро увидим, что нас ждет еще, да, небольшое разочарование. Могли какую-то дать постройку там, ну, не знаю, с фантазией, правда, у ребят не так уж все хорошо. Почему-то одни декоры насыпают нам и насыпают в последнее время. Мороженое, и вон он выпал, это дерево. Декоратор, видимо. Давайте на склад смотрим. Декоратор и разноцветное дерево. Ничего не пишет, что это такое. Вот про это я вам и говорил. Мало нам декоров, а это... И раз, нажимаем с праздником, и два, нажимаем с праздником, и можно так ходить кругами, 5 штук эти долбить и сам себя поздравлять с праздником. Увы, декор мы пока не можем. Хорошо, что я его поставил здесь вот на видном месте, прошлый раз искал. И давайте теперь применим декоратора нового, вот это с шариками. Ну вот так вот симпатично у нас все предприятия покрасились. Больше всего мне нравятся пекарни, но что-то я их не увидел особо. Внизу видно их, конечно, вон они красивые, но если кому-то интересно, конечно, это все можно посмотреть. С шаманами, с эскимосами, туземцами этими не знаю я, что уже делать. Наверное, надо прекращать, поэтому перестал я их уже сюда ставить и больше, наверное, не надо эти яйца выращивать. Закончилось наше приключение, друзья. Давайте... ждать следующую часть обновления. Добавляйтесь, друзья. Удачи всем и до новых встреч на канале.